бизнес развивается очень быстро. И о том, что трудовое плавание – это один из самых эффективных методов профилактики заболеваний. Ура! Ура! Анатолий Александрович, и 21-го выезжаем мы в город Пензу, там проводится большое мероприятие, День здоровья, День закаливания, совместно с администрацией Минского района, Советом депутатов мы проводим большое такое мероприятие, поэтому вас всех приглашаем. Единственное, сегодня нам нужно определиться, после нашего соревнования, кто туда едет. У меня все, Владимир Иванович, женщины здесь, мужчины. Женщины добиваются в Боллинге, грибную базу, мужчины там меньше. Главное, парад, на парад, два, и там, шагом марш. Ура, красавцы наши! Соревнования проводятся, не прыгают, как в плавании, а за шарокцию, и кружки без стиша, дружить с дыханием. Марина, давай, Готовы, Марина, умница, красавица. Давай, сама у нас красивая. Молодец! Вот, уважаемые зрители, какая у нас организация, я вы помните? Под руководством уважаемого Сергея Ивановича Морозова, жили на 20 лет. Многие уважаемые зрители, участники, первый раз пробуют. Это своего рода героизм, безумие. Это не за столом. Торты. Молодец, давай назад, Молодец, красавец. Опа, правее маленько, правее. Сюда. Главный пузырёк, идёт очень острый, мог быть травмирован. Как стекло, вот теперь. Молодец, следующий. Участник чемпионата России, заплыву через Волгу. Работник. Настоящий полковник, работник. Пожалуйста, смотрите, у него сразу спину же, и дальше сегодня занимается единоборствами, чемпион, мастер спорта. Вот так. 15.02, прекрасный результат. Молодой, красивый, 51 год ему. Он готовился на национальный участник первый раз. Хорошо начало, а он сдал подвод. Но все равно молодец. Молодец, а? 35? Опытнейший. Прошу прощения. Красивее хотел сказать, извините. Строение и здоровье. Многие приводите из своих жен, красавиц, любовниц, соседок. У кого настроение плохое, у кого нервы прибавили. Я с тобой, но! Я врагов победил. Молодец. А там красавец какой. Осторожнее. Молодой, горячий. Женится, степенится. Вот он, прекрасно плывет. Сила есть, гребли занимается, руки как, здоровье. И просто, вот они у нас, какие вещи, руководители, спорта Ульяновского. Сергей Александрович Остапин. Прошлый чемпион Ульяновской области, России, мастер спорта по боксу.
карате имеет. Вот красавец. Молодец, Степан, спортсмен. Хорошо плывет, недаром у него было. Как спорта, приплывал в ногу три раза подряд. И так и так он был, вы все прекрасно видели. Спокойно. Он у нас один из самых лучших работников. Бензопилой лед через дверь. Как терминатор. Самое главное, уважаемые зрители, участники, опасный лед, очень острый, травмироваться 5 секунд. И поэтому старайтесь голосом Конечно, отсюда полегче, чем с воды. Для обогрева шапку, много термосов, все используют, плывут специальные костюмы, но не желательно, все должны в одном и том же. В трусах или без трусов. Гулягин Алексей, и, пожалуйста, готовьтесь. Тапки оставьте. На роллерах полегче, конечно, но опускайте все. Второй, да, Дмитрий? На старт. Внимание. Самый лучший тут первый. Почти целый час. Поедет скоро на чемпионат мира по холодному плаванию. Финляндия уезжает. Еще попробуем. Все, давай скорее. Давай, все. Поприветствуем нашу чемпионку! Вот видите, уже экипировка другая. Прекрасно все. Но нам ничем не помогает, только отягощаете потеплее, не мерзнет кое-что. Вы как говорите, замужем, не замужем, чтобы мы не там. Ну, замужем, чтобы это представительное кино. Черный пояс, вон что вынуждает. Да, это как? Прекрасный пространство, чемпионка, спортсменка, Елена Гребенкова. Желаете еще подсоединиться, дорогие зрители, подходите, записывайтесь, раздевайтесь. Плавки, купальники за ним, баня обогреем. Молодец. Что у нас идет? Красавица, давай. Минута 11, отлично. Что у нас? Видите, уважаемые, какая подготовка. Только одно дистанция отплыл, и сразу же плывет. А я темный носки одеваю вперед. На 50 метров готовимся. Вот так все, настоящий полковник. У них еще тяжелее плыть.
Многие участвуют первый раз. Вижу, Глеб, сейчас пойдешь. Видите, парень пришел первый раз. Он сейчас пойдет. Кстати, мама у него была прекрасный спортсмен. Чемпионки, будущие участники. Раз, 29 лет, красавец. Армрестик. Видите, руки сходят, у них все есть море. Им бы еще хорош, подарочки пела. Им хорош, опа, опа, опа. Хороший муж у нас. Молодец. Ба, лучший результат. Будем потом решать. Здоровый боевик, а? Спрашивайте, что за шапки, трусы, там, носки. Это специально форма, они продаются. Чтобы голова не мерзла, то есть все не мерзло. Ноги не потели. А можно и в одной форме. Молодец, Миша! До конца. Давай! На старт! Внимание! Марш! Оп!
52. 04. Да! На 100 метров приготовиться потихоньку, поглядывайте. Бей к нам ближе! Коля, вот здесь еще, вот у Димки. Вот давай, 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 Володь, давай, 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 молодец! Володя! Давай, давай, давай! Давай! Володя! 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 Володя, давай! 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 Молодец! 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 Иначе бы на той стороне плавали, посыпали. Володь, улыбайся! Володя! Улыбайся, Володя, улыбайся! Володя! Давай, давай, давай! Молодец, молодец, Володя! Давай, нормально! Молодец! Молодец, молодец! Давай, молодец. Давай, давай. Такая вода густая. Ой, очень тяжелая прям, да, вода вот. Такая прям какая-то. Давай, она... давай, какая давай, давай. Прям давай, вода давай, зеленая какая. Нет, Оля, флаг с лица убери. Все, давай я. Молодец! Не видно лица, лица не видно из-за флага. Родины России. Не каждый из российских флаг. Это нам не на Майдане махать. Да. В олимпийскую сборную моржевое плавание. И не так просто в проруби. Одна рукой плывет. Миша, а вот ты носишь, двумя ногами ходишь, когда носишь знамя в походе. В этом году пойдешь в походку. Похлопаем, поприветствуем наш российский флаг. Ура! Владимир Владимирович Путина и нашего дорогого Сергея Ивановича Морозова. За хорошую жизнь. Ольга, молодец, молодец, Оль, молодец. Как это? Тренога? Да, как тренога. Старайся упрись хорошо, руками упрись. Вот двумя руками упрись. Двумя прям. Вот, спокойно, расслабься. Он уже машет. О, уже машет. Так, мы начинаем. 25 минут. Угу, также замечательно. Медали, цветы, обмывка, все по программе. Чемпион, красавец! Для истории. За второе место награждается Крупов Андрей. Молодец, молодец! Молодцы. Вот так вот! Махал так, вот! Кулягин Алексей. Первое место. О, молодец. Молодцы. Недавно только плавать научился. Алексей, да? Грамотно. О, да. Мужчина. Чемпион.